Михаилу Саакашвили и ряду бывших высокопоставленных чиновников Грузии предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Однако экс-президент страны не пришел сегодня на допрос в главную прокуратуру, которая в минувшую субботу вручила повестку его матери. Несколько месяцев назад Саакашвили также был вызван в качестве свидетеля на допрос в прокуратуру по 10 возбужденным уголовным делам. Однако от допроса экс-президент отказался, заявив, что не доверяет грузинским правоохранительным органам. Саакашвили, уклонившийся от допроса в качестве свидетеля, в понедельник в главной прокуратуре в Грузии написал на своей странице в Facebook, что прибудет в Грузию, когда сам это решит. Он уточнил, что этим российским олигархом является бывший премьер-министр Грузии Бензина Иванишвили, который, по словам Саакашвили, после отставки продолжает управлять страной и направляет все свои усилия не на развитие Грузии, а на преследование оппонентов.